нас до студії завітала адвокат Тетяна Гриненко. Доброго ранку. Доброе утро. Так, ну давайте трошки тоді заглибимось у історію цього свята. Чому, навіть я б не сказала не свята, а дня, міжнародного дня боротьби проти ліквідації, проти насильства над жінками? Ну, день 25 ноября был избран Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1960 году. В этот день принимали в движении, в революционном движении Доминиканской Республики сестры Мирабель. И в этот день они были убиты. А ну, вот, приурочили этот день как раз за ликвидацию насилия над женщинами в отношении женщин. Как уже понять, ну я буду с вами на русском, да, а как уже понять, что есть насилие в семье, что вот когда уже проявляются вот такие меры и что делать? Ну, насилие в семье, оно бывает, ну, есть четыре вида. Психологическое, физическое, сексуальное и экономическое. Не все знают и не все понимают, что именно с ними происходит именно насилие в семье. Если мужчина ограничивает женщину в ее правах, не разрешает ей ходить на работу, тем самым он ущемляет ее в праве, да, на самовыражение, реализовывать свое право как и на учебу, так и зарабатывать самостоятельно, на индивидуальную жизнь. Ну, так же, как и ребенка, которому запрещают чем-либо заниматься. Ну, если мы говорим о женщинах, то будем говорить о женщинах. У нас, наверное, с раннего детства вложили в нас с воспитанием, что надо чтить, почитать, уважать мужа. С одной стороны, это хорошо, но все мы знаем такую пословицу, да, если бьет, значит любит. Но я думаю, что на сегодняшний день она совершенно не актуальна. Вот, поэтому у нас как бы сложилась издавна такая ситуация, женщина боится просто кому-то открыться, кому-то рассказать, что в семье происходит, если муж ее ударил, побил. Вот, потому что физическое насилие – это как раз нанесение телесных повреждений. И часто женщина в этом виновата, а не мужчина. Ну, ну, смотрите, говорят, последнее время у нас вообще участились такие случаи в связи с чем? Потому что участники САТО, которые участвовали в боевых действиях, приходят домой, они психологически очень сильно переживают эту драму, они пытаются успокоить свои нервы алкоголем. А алкоголь еще больше пагубно влияет на всю эту ситуацию, и выместить свою злость, либо нереализованность, мало ли какие ситуации у него на психологической почве происходят. И вот случаи участились именно с женами участников АТО. Совершаются побои, да, потому что очень тяжело они переносят это. А центры реабилитационные, у нас их мало, и не каждый туда идет. То есть не каждый обращается туда. Я так думаю, просто надо больше оказывать внимание этому, и психологи должны работать с данными лицами. Что делать женщине тогда, когда уже начинается вот такое насилие? Если происходит насилие в семье, конечно, первым делом это не молчать, а рассказывать своим близким, родным, есть мама, там, подруга, сестра, есть участковый, есть полиция, заявление в полицию написать. Конечно, желательно так, чтобы были где-то оставлены запасные ключи, либо от квартиры, либо от машины, чтобы женщина при случае могла уехать куда-то от человека, который ее, допустим, избивает. Документы, чтобы были всегда при ней, либо тоже где-то лежали, чтобы она могла их сразу взять, потому что иногда очень сложно выбраться из дома, когда муж избивает. Да, нету, дверь закрыта, ты не можешь ни дверь открыть, ни документы с собой взять. То есть, если случаи эти повторяются, то женщина должна хотя бы подготовиться к тому, что вдруг случится такая ситуация, чтобы она могла о себе позаботиться. Ну и, конечно, заявление написать о том, что происходит. Конечно, очень жаль, что в нашей стране пока нету законодательства, которое бы предусматривало уголовную ответственность именно за совершенное преступление насилия в семье, потому что у нас за насилие в семье есть только ответственность, предусмотренная в административном кодексе, и вот как раз ее в 2015 году были внесены изменения. Если раньше мужчина мог отделаться штрафом, вот, то на сегодняшний день убрали это наказание, оставили только в виде общественных работ
и арест до 7 суток. Если мужчина начинает просто шантажировать там или... Вот я ж и разграничиваю, есть у нас несколько видов психологического насилия, потому что как в виде психологического насилия как раз это есть и угроза, и шантаж. Вот если он ударил один раз, допустим, женщину, он может ей угрожать, что если ты куда-то пойдешь и, не дай бог, напишешь заявление, да, то я тебе тогда и еще больше дам. Потому женщины иногда и не решаются. Вот. Ну, если бы у нас, ну, как бы знали, что один раз ударил и понесешь наказание уже, серьезное такое, а не отделаешься штрафом, или просто женщина никуда не пойдет, ему за это ничего не будет, то я думаю, мужчины бы боялись, потому что, как я уже сказала, уголовной ответственности именно за насилие в семье нету, за угрозу, за шантаж, который вот он может применять. Только административная ответственность. Я надеюсь, что у нас в скором будущем все-таки будет подписан закон, которым хотят ратифицировать конвенцию Европы по запобеганию насильства. Вот я специально сделала распечатку стосовно женок и домашнему насильству, да, борьбу с цемиявищами. Потому что эта конвенция дает и расширяет намного больше прав женщин, и не только женщин, которые в браке находятся, а и которые проживают в гражданском браке. Потому что на сегодняшний день, если женщина проживает, или девушка молодая с мужчиной, и у них брак не заключен, как называют в гражданском браке, то если он ее обижает, у нас нету понимания, что это семья, потому что семья – это когда брак официально заключен. А вот с подписанием данного законодательства, да, потому что Стамбульская конвенция, она есть, которая по защите как раз прав женщин и детей, вот, то там права распространяются именно на все отношения, взаимоотношения мужчины и женщины. Почему там в Европе, допустим, может женщина обратиться, да, за сексуальное домогательство, либо запретить на ближе 20 метров, чтобы не подходил мужчина к ней, вот, если у них был контакт какой-то, да, либо пара ухаживал за ней и что-то было не так, то у нас только находящиеся в браке, потому что насилие в семье. А семья – это муж, жена, там, да, бабушка, дедушка. Вот, зачастую также у нас насилие в семье происходит, ну, не только от мужей, а страдают матери от сыновей, правильно, которые злоупотребляют и алкоголем, и наркоманией, и вымогая деньги на дозу, либо на то, чтобы купить себе алкоголь, они забирают деньги, бьют, а зачастую и убивают. Поэтому наказание у нас... Хорошо, вы сказали написать заявление, то есть на человека, который вот, ну, бьет, насилует. Если есть такой случай, что не помогает полиция? Ну, полиция обязана принять заявление, и, ну, если вы обратились сначала к участковому, участковый, конечно, должен прийти побеседовать, провести работу, либо письменно предупредить, что если такой случай повторится, он будет привлечен к административной ответственности. Это если это было психологическое насилие. Если было физическое насилие, женщина получила телесное повреждение, обратившись в полицию, ей должны дать направление о снятии побоев. Либо она сама сразу же обращается, ну, либо полицейские выдают ей направление, она идет, снимает побои, и тогда уже мужа будут привлекать за нанесение телесных повреждений, а это уголовная ответственность. Но его занесут и поставят на учет как человека, который применяет насилие в семье. Ну, будут уже смотреть немножко по-другому. Ну, вот если ситуация, вот, например, женщина написала заявление, и его приняли, но дальше дело не пошло, например. Куда-то можно еще обращаться или что делать в таких случаях? Ну, обращаться можно, дело не идет. Если это уголовное дело, и следователь не расследует, да, нанесение телесных повреждений. Почему? Потому что тут есть еще такой момент, что это жалоба частного обвинения. Муж с женой поссорились, жена написала заявление, что он ее побил, да, ну... Но потом она передумала, заявление забрала. Угу. Все, дальше не будет ничего. Вот, поэтому, ну, как у нас сложилось, вы не передумаете, будете идти до конца. Да. Если женщина идет до конца и хочет, чтобы его наказали за это, вот она будет идти до конца. Вот, потому что вы же понимаете, у нас тоже работы как у следователей хватает, так и суды на сегодняшний день тоже нехватка судей, переполнены работой.
Вот, и обвинять как бы кого-то, что кто-то не хочет что-то делать, в данном случае все зависит от того, как женщина будет идти до конца или нет. Я уже не говорю о том, если уж она решилась на этот шаг, то надо идти до конца, потому что именно это и приведет к желаемому результату, если ты хочешь, чтобы его наказали, и он не продолжал дальше делать противоправные действия, то идите до конца. Вот. Ну а уж коль с вами случилась такая неприятная ситуация с женщинами, у нас есть во всей вот Украине, я посмотрела статистику, 21 центр социально-психологической помощи и 8 центров медико-социально-психологической помощи, где оказывают услугу психологи, профессионалы, которые беседуют и объясняют женщинам, что не нужно стесняться, не нужно умалчивать эти проблемы, нужно рассказывать, что происходит. Ну и, конечно, если есть такая возможность, мужей своих приводите также с ними, чтобы психолог проводил беседу и объяснял. Потому что у нас женщины как бы боятся об этом сказать, а мужчины боятся в этом признаться, что они поднимают руку на женщину. И в связи с чем это происходит? Если это последствия, скажем, войны, это психологическое состояние мужчины, и заливая алкоголем одну проблему, он создает другую проблему. И с этим должен работать психолог и оказывать профессиональную помощь. Хорошо, а что делать, если, вот, например, родственники этой женщины или там друзья замечают, а она вот боится, вот как в этом случае? Могут ли они как-то подать заявление или что-то? Ну, подать они могут, а это будет взято на заметку, допустим, полиции, да, участковым будут присматриваться. Если они могут снять, зафотографировать и каким-то образом убедить женщину подать, потому что заявление действительно о насилии в семье у нас может написать любой совершенно человек, вплоть до того и педагог. Если насилие происходит в отношении ребенка, и она замечает, что ребенок приходит с синяками, она может обратиться в органы опеки, в ту же полицию, и что ребенок приходит с синяками, чтобы расследовали, кто ему эти синяки наносит, потому что зачастую родители могут избивать своего ребенка, нарушая как бы права ребенка. Да. Ребенок сам может обратиться, если его бьют родители, ну, мама или папа. Вот. Ну, также бабушки, дедушки. То есть все могут, кто видит, могут обратиться, да. Могут получить помощь. Обратиться могут и помощь получить могут. Единственное, что возбуждение уголовного дела, скажем, вынесение, да, это будет зависеть только от человека, непосредственно которому были причинены телесные повреждения. А за административную ответственность, к административной ответственности могут привлечь, если действительно будет подтвержден факт, позвонили соседи, слышат крики, да, в семье, вызвали полицию, полиция приехала, увидела, она может составить админпротокол на того человека, который совершил насильственные действия. Спасибо вам большое за вашу консультацию. То есть пару слов только нашим зрительницам, чтобы они понимали, чтобы они знали, что можно не бояться. Ну, конечно, не нужно бояться, нужно уважать себя, нужно знать свои права, которые факт, крики, да, в семье, вызвали полицию, полиция приехала, увидела, она может составить админпротокол на того человека.